Правее уходит. Он правее уходит. Я не вижу его. Хилится. Убил. Красная повязка у него. Я не видел. Убил. Тут еще двое. Еще последний остался. Я со стороны шарика подойду. Все, у меня минус пятеро. Кто сейчас? Я. Чуть не потерял его, бля. Я его забор. Кто открывает? Ты не ты. Он. Меченко кто-то уже открыл. Понял тебя. Одна крыса минус. Убили, да? Одного, да. 46 стоит. Ты снаружи, да? Или... Я снаружи. Я внутри. Где ты снаружи, Артём? У забора. У магазина кто-то шуршал, я говорил. Да, у забора и... Ой, у магазина, и чувак какой-то у магазина. Вот, я и говорил про него. Я так и не нашел его там. Да вот. Понял. На второй захожу. Втором есть свои, нет? Нет, не должно быть. На первый. У меня убил меня. На втором. На втором? Стройки. Сука. Даю, поехали, строй. Где он еще раз? В дверях с той стороны на пристройке. Ой, да, да, на лестнице. Ты убил его, что ли? Я не знаю. Он мертвый. А, это Мэтт лежит, это Мэтт лежит. Я захожу. Я захожу. В пристрой есть свои? Убил. Живы? Я сзади. Я хожу, если что. Угу. Он был в жуке шестом. А, понятно, почему. Сарай какой-то у них, клан. Да, да, да. Ну, как обычно, клан вообще. Да. Видел. Прошел он тут за забором только что у нас. Даю туда флеху. А, это не флеха, ладно, пофигу. Вот тут он на гранате был прямо. Не убил, к забору прям подбежал пытик. Значит, двое. Убил. А, нет, нет. Убил. Еще есть. Убил. Два бировца. Тут еще ходит как будто. Да, еще. Убил. Еще сзади. Что-то оружие не забирал? Ну, у меня место нет. Ой-ой-ой, у этого Ксюха, блин, страшная какая. Это не смотрела, у него магазин нормальный? БПшки. Там где труба в сторону насыпи. Чего?
Леха. Ты дробовик, что ли, был? Да, где-то дробовик. И очень хорошо бьет, я не знаю. Какой-то прям хороший дробовик. Левого убил. На сверху, сверху. Убил. С дробовиком был как раз. Пойдем дальше. Ты секретки бежишь? Секретки нет. Понял. Тут это есть. Я под лэпом зеленки. Есть, есть, есть. На куче мусора. Снаружи, да? Да, да, снаружи. Прыгает, бегает. Тебя, походу, ждет. За КППшкой белой. Там, походу, двое. Понял. Я дал одному. Одного убил. Уверен, что двое? Не уверен. Один. Один был, по-моему. Подхожу. Дороги. Угу. Может, ты еще по нему стрелял? По мне летел. Я по нему, да. 69-й. Какой? 69-й. А что за ник? Ладно, шумлю. Ёлки, тут ботов сколько. Здесь очень много ботов. Ты открываешь? Просто геноцид какой-то был. Причем это обычные боты. Шли тупо сюда. Тихо! Есть кусты у машины. Понял. Да, двое уходят. Слева от машины. Куда уходят? Налево, налево от машины уходят. Одного убил. Где флеха? Я за общагой. Сейчас там хае будет. И? ХЗ. Дал туда вторую хае. Прямо вот к нему дал, в кусты. Спрыгнул. Флеху даю, еще пушу. Рывов нет, я не могу подойти. Я тут за общагой. Вижу тебя. Уходит. Это а, бляха, муха. Понял, 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 понял. Все, тут минус двое, значит. А. Блин. Третью, блин. Убил, да? Да. Тима взорвал. С огромной задержкой взорвалось, просто нереально. У меня, по крайней мере. Значит, они с проходной будут выходить. Заправка, двое. Понял, понял. Минус один. Один внутри. Вон, да, внутри ходят все еще. Не убил. Он в склад забежал. Будет выходить встречу. Вряд ли выходить, наверное, будет. Нет, гранат, запустил его на складе. Сейчас его вы красивенько. Да? Бегу. На складе чисто. Нет, не чисто. Сидит еще один. Аккуратно. Бил. Я у выхода. Ага.
Блин, там темно так на этом складе, я даже не заметил, где он там сидел. Ты понял, как я чекал? Встань там на складе, смотри. Я чисто проверю сам для себя. Вот. Вот он где-то сидел, что я его не видел. Но я не знаю. Скажу так, что если не смотреть туда, ты не увидишь, ты сливаешься с местностью. Короче, анимешник какой-то. У люка выходи, чувак. Понял. Убил? Нет, нет. Он, короче, между... между забором и выходом люк. Я не пойму, потерял. Дал туда хае. Нет, ближе, чуть-чуть ближе, туда. Он правее уходит. Он правее уходит. Я не вижу его. Хилится. Убил. Красная повязка у него. Я не видел. Убил. Тут еще двое. Я справлюсь с чем, все нормально. Я иду от заправки в ту сторону. Ты бегаешь, да, в заправку? Ты там. Да, я справлюсь. Я со стороны военных складов кто-то заходит, если это не... То он, скорее всего. Убил. Последний остался. Я со стороны шарика подойду. Просто поближе. В комнате тут у меня. У меня грены, если я могу прийти, закидаю. Кажется, взорвал. Да, взорвал вроде бы. Все, у меня минус пятеро. Один, короче, все это время в кустах на улице валялся, хилился, которого я сейчас. Я подхожу со стороны шарика. На люке здания, где спаун. Кто в военных складах? Я на военных складах. Ага. Значит, я со стороны люка открою. Значит, ты все будешь собирать? Наверное, сейчас попробую. Что полезет, что не полезет. Посмотрю, что у них за патроны, может, я себе фалаш завяжу. А, ПТ-шник. Кстати, на бронебойных фалашах на крайне. Я на депо, да, на том же. Ты прям на самом депо? Прям на депо. Где ключ? Там Ботаро. Что, вы нашли его? Да, убил. Ты по боту? Да. Два бота там убил. В складах вы не ходите? Мы в складах. А центру я. Надеюсь, что сейчас бот бьет. Я тут, рядом в складах, ближе к выходу. Медицина в рот. Ты по ним, да? Попал, да, убил. Умеченный одного убил. Там он перепрыгивает. Ты по нему? Да. Второй? Почему не убивает? Третий. Третий? Подсвеченный, да.
Он ходит там, ходит на месте, ширкается. Убил еще одно. Еще есть. Ты по нему, да? Убил у забора. Другой. Убил третьего. Убил еще одного. Падла, блин. Забрал и меня разбил. Уровни. Чего вам не хватится, блин, в бронях нормальных, с оружием нормально. По-моему, кто-то есть за секреткой на улице, за КППшкой. Да-да-да, есть. У главного вагона. Сидит там. Снимешь его, не? Попробуем. Где он сидит? Я могу хаешку. У головного. Бляха, муха, ушел. Да, двое на холме перед трешкой. Боты мертвые. Походу с заглушителями. По ним? Ага. Одного убил. Вижу труп. Я к тебе подхожу с холма. Ага. При... Меня убил. Убил? Да, он меня убил. Бля, где он был? Он прям под, под холмом. Ниже палатки. Трешки отступил куда-то. Ага, вообще с трешки стреляет. Он тебя не мог с трешки убить? Нет, да, по-моему? Не-не-не, я ж видел, меня зафризил в этот момент. Ну это РПК, кстати, тоже. Да, неприятно, ты умер тут, конечно. Еще один пришел, еще один минус. Как ты там назвал этого? Dark? Кто-то там, Dark, да? Dark One. Ёб твою мать, еще один сидит. Да вот еще, бля, ребятишки. Вам пора клан создавать. Профессионально играете слишком. Хомер 9. Не то, да? Так, ты кто? Добрый бро какой-то там. Нет. У вас там четвертый не сидит? Или какой, пятый там? Сколько я убил? Хер знаю. Четверо, да?
проверять. Сидит. Я понял. Убил тебя? Да, убил. Я все-таки убил того, значит, в левой комнате, а в правой комнате в туалете сидел еще один. Я говорю, умеют парни играть, что? А, у меня двое непролутанные. Подожди, 18 минут. Время рейда 17 минут. Может, разменялся с ним сейчас? А как я на 18 минут сейчас кого-то убил? Или я взорвал сейчас гранаты, может быть, кого-то? А где там посмотреть, сколько я взорвал гранаты? Есть же где-то такая, да, статистика? Не стать там будет. Вот, сейчас не... Да, ручной гранаты один. То есть я убиваю троих на улице, одного убиваю в голову в окно, кидаю в то окно гранату, взрываю там еще одного, и там еще один сидит. Как-то так, короче. Зеленки у заправки. Это, кажется, плохие боты... Нет, это их флешка. И кто-то по ним стреляет, по плохим ботам, по злым. Где-то прям тут ходит. А, вижу, кажется, да. Одного вроде убил. Это ты сейчас стрелял? Я стрелял, да. Сейчас, где ты бота последнего убивала, проверь там труп в синей каске. Кто это такой? Каски это вот. А нет, ЧВК. ЧВК, ЧВК, глушак и СКСК. Вот, вот он, глушитель, значит. Капец, сука. Ты подошел к проходной? Да, проходной я. На старый кого-то убил. По мне? С насыпи, с насыпи. С насыпи. Либо ближе насыпи где-то, не понял. Ой, гранаты летят. Ближе. Это ближе, чем проходная. Это прям тут в машинах где-то. Он бежит? Да, он бегает. Ты в заправке? Нет, я за огни опасно. Он в заправке. Одного убил. Фулка. Есть еще, есть еще. Слева, где трубы, где проволока колючая. По железу топает. Нет, 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 нет. В заправке. Он в заправке, походу. Он за заправкой ходит, Аня, уже. Походу. Либо в ней, не пойму. Да, в заправке. Там по стеклам шуршит. Вышел. Убиваю. Убил. Да. С той стороны уже пришли, скорее всего. Похоже. Стоп, еще кто-то бежит. Ну. Зеленки. Снова территория. Снова территория ходит. Там. За забором? Да. Вот так. Нычку. Нычку? Откуда там нычка? Да, их двое. Один вот этот нычка, второй куда? А, вижу, да. Знаю. Вижу, вижу, вижу. Сейчас будет в гору подниматься. Да, ладно, ему сильно, Ань. С атакой. Помнишь, где убивали обидчиков Вита? Жди, жди, сейчас они к тебе должны прийти. Трое. Чего, блин? Я ухожу, это я! Одного, возможно, приложил. Не слышал, что ты умер. Слышишь, попадаешь, но он умирает. Вот, ходит.
хорошо попал? Еще хорошо попал? Живой, что ли? Живой. Понял, понял, жди. Он обратно нас возвращается. Я ему флеху. Ты меня не слышать, меня не можешь. В зеленке он ходит. Попал, попал. Попал. Возможно, убил. Не мог он столько жить. Так, я за насыпью. Со стороны, как бы, меченок. Поднялся на гору, осматриваю с этой стороны теперь все это дело. А, вот третий. Ань, все, все, трое. Все, нормально? Да, 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 да. Ты ко мне подходишь? Да, да, да. Угу. А тут этот труп должен быть. 53-й. А вот этого я убил. Да, вот она. Ксюха. Кто стрелял? Не знаю. Территории, по-моему. А ты тех твоих, которые говорил, золотаные, золотал? Которые на стройку заходили? А, блин, нет, слушай. Блин, там хорошие, давай вернемся. Вот я тебе про это и говорю. А я забыл вообще, что я же убил их. Сколько я убил тогда? Раз, два, три, четыре, пятеро, что ли? Шестеро, блин. Шестеро, походу. Там на старой заправке еще один должен быть мертвый. На стройке слева. Вон он, вон он! Блин, сидит, сидит. Челобот, походу, оделся. Их двое. Дверь открыли. Я надеюсь, их похоже. Да, да, да. Тихо. Бил.